Позвонить в пожарный колокол, примерить шлем, узнать, как работали владимирские пожарные пару веков назад. В первый учебный день можно получать знания не только по математике и русскому. Третьеклассники 38-й школы пришли на экскурсию в пожарную часть. Впрочем, главное им уже известно. Если сгорелся пожар, я выбегаю на улицу и нигде не прячусь. Вот. И потом вызываю пожарных. Если мама оставила спички, то это очень опасно. Если вот маленький ребенок возьмет, чем бы там подожжет вдруг. Надо закрывать все окна и бежать на улицу. И еще можно позвонить в пожарную часть. Что касается истории, то в музее можно узнать. Усы пожарные отращивали, чтобы меньше дыма попадало в организм, шлемы начищали до блеска, чтобы во время завала их могли быстро и легко найти, и что первый пожарный автомобиль появился во Владимире в 1920 году. Если в начале 20 века огнеборцы выезжали на пожары на телегах, запряженных лошадьми, то сегодня в распоряжении пожарных более 500 единиц специальной техники. Одеваем маску, включаем баллончик. Дышим свободно. В течение часа мы работаем в дыму. Пожарная машина таит в себе многое. Заглянуть за двери гаража, увидеть, как работают огнеборцы, интересно не только детям. Познавательно, при любом раскладе. Никто же никогда не видел, какие там внутри интерьеры, даже хотя бы просто так посмотреть. У нас посещение идет и дошкольных учреждений, и школьных учреждений. Но обычно у нас дети идут от 6 лет, это самые маленькие, и до 10 класса. Правда, бывают и студенты, взрослая аудитория бывает. За годы работы музея, это без малого 40 лет, здесь побывало 300 тысяч гостей. Для них работа пожарных теперь не тайна, покрытая мраком, а удивительная профессия, которую выбирают смелые люди.